Запомни, никогда не поджигай евреев. Ой. Не-не-не-не, я не только хотел сказать. Хорошо. Так, с вами канал Кооператив Геймс. И мы продолжаем проходить Saints Row 4. А, блин, ты уже начал, я когда завтыкал. Про еврея. Да. Ладно, подожди. Да, я закончу одну вещь. Такое с какой-то хрень, а я не лучше. С какой хрень? Да, тут форсаж, ты знаешь, типа, навык. Ты полетел, блин. Что ты сделал? Я ничего не делал. Он сам упал. Вот я вот закончу, я посмотрю. Да ладно. Как у меня наличие недостаточно? Ладно, ладно. Копы. Так, еще. Мне кажется, я был наверху. А, это ты, блин! Я что-то перепутал, это копы. Так, ладно, давай поедем на задание. Поехали. Спасти Мэтта Мидлера. О, да. Ну, давай. Присоединился, давай, давай. Или нет? Да. А, ты тут сидишь, а я тебя жду, блин. Кажись, сейчас будем выпрыгивать. Мэтт Миллер. Нормально, мы добежим. Не, давай мы мою машину возьмем. Сейчас, подожди. Да блин. Сейчас мне надо где-то встать, чтобы не упрыгнуть. Вот, нормально. Да блин, прыгнуть. Что ты пинаешь его? Так, машинку давай, мою возьмем. Давай. Как дела? Техас. Нет, это нет. Нет. Ой. Что ты сделал? А я ничего, ничего. Я пошел. Я вообще не приделал. Интересно, она двухместная? Подожди секунду, одну вещь хочу. Слушай, а как там сесть? Шесть, да? Да. О боже. С другой стороны попробуй. Ай. Она идет, а не, не идет. Ай, блин, он меня выкинул. Падла. Садись. Поехали за этой. Я хочу на летающую хрень сесть. Как на нее сесть? Эй-эй-эй-эй-эй. Полегче. Что застрял? Ой, эта херня появилась. Да забей. Мы что, врезались? Нет. Дурная слава. Такие звуки. Ой, вот сейчас мы, блин, оно еще переворачивается. Знаешь, я думал, впереди это такой пулемет, а это оказалось хрень. Оно что, стрелять умеет? А, нет, это хрень. Ты че вылез? Как ты вылез? Я без понятия, я не знаю, что нажал. Офигеть. Да идите нафиг. Ой, я тут. А, блин, не будет нельзя сюда использовать. А как же ты... Понятия не имею. Так, вот, мы приехали на... Куда мы приехали? Так, не злите меня. А то у меня есть мега-оружие. Прости. Так. Я чё не хотел. Что ты сделал уже? Ничего. Ты мою тачку взорвал. Моя ну, ракета. Я не хотел, она сама. Я... Давай, начинаем. Да, то мы так будем до бесконечности с ними возиться. Не, реально не хотел взрывать ее. О! О, он с нами. Вообще без палева такой идет такой. Как я его держу? А где ты? Почему тут один? Я тут тоже один. А. Блин, такой без палева идет. Это такая тёлка. И у меня ж крюки вместо рук, ага. И он так в крюки держит. Гитлер идет в костюме дяди Сэма без палева. О, Сэм. Сэм, блин, Мэтт. Что ты за одноглазый чувак? Он же нас предал, Мэтт. Ну это я помню, а одноглазый чувак там напротив. Сколько раз он нас предал? Что это за...
Да, хотел спросить, что это за наркоманская херня, но понял, что мы играем в Saints Row. Да-да-да. Очень похоже на эту, на хрома. У меня того консоль вылезла. Консоль? Слушай, а прыгать нельзя. Наш бег. Вообще ничего нельзя. Опа. Что это такое? Ехать, а, вот как. Танчики. Как управлять, твою? Уничтожьте мотоциклы. Слушай, у тебя есть ли вылезти просто? Нельзя, я попробую. Как этим управлять? А, блин, что за хрень? Вы меня что, уничтожили? Я тебя вылезти, не видно просто. Ты слился, да. Да, что, как ездить? Я не знаю. Так, вот назад. Ура! Эй. Ой, тут еще есть этот, правой кнопкой. Посмотри, у нас хп есть, а куда ехать? Ехать вон, вот это уничтожить, наверное. Да. Идти к логическим воротам. Легко сказать, я не могу им управлять нормально. Да, а, так мышкой, блин. Ну как в Бордере, помнишь? Да. Так почему я задом еду? Я не знаю. Так, ай. Кто валит, блин? А вот, выдох, все. А вот впереди еще. Вбаем их. Блин, это реально наркоманская какая-то миссия? Что это? Тут за херня происходит. И, кстати, никакой музыки, вот это вот. Какая есть музыка, не гони. Нет. Прострел. Давай эту штуку стреляй. Жизнь вообще не уходит. Что меня не стреляют? А, ты в наши. А может и тем этим смысле. Какие логические ворота? Я чё, задом еду? Чё задом еду? Да я еду после зад. А ну, не, это походу такой... Вау-вау-вау-вау. Всё, вот перед. Это лабиринт, что ли? Всё, я заблудился. Как? Сейчас. Где если... выход? Надо найти сначала выход. Что ты катаешься? Нашел. Ищи легкий пути. Эй, не пихай, меч не упал ты. Да, да. Ты не упадешь. Парень. Я не могу. А не все могу. Ай. Ты издеваешься, что? Я объеду. Наверное. Блин, отстань от меня. Оргия, блин. Едь вперед, давай. Да сваливай. Да ясное дело. Блин, это музыка уже. Уничтожить ключ. Ну. Так. А он восстанавливается, слышишь? Что за мудак? Совсем удивило. Так, а чё Дзиндек с нами разговаривает? Выжить в ловушке? Опять консоль. Вот это вот больше всего бесит. Консоль. Да, на пол... ну, почти на пол экрана. Давай. Ловушка. Вот это ловушка, да. Блин, они... во, меня сбили одно хп, чувак. Так, мне сбили в самом начале. Ну, мне еще одно сбили. В этом смысле. Ага. Ой-ой-ой. Чем это ранит? А, и ты... Сзади, блин. Вот эта консоль... Чё там хоть пишет? Наверное, раздражаюсь. Intelligent System. Ой. А чё я выбежал? Я всрал свой танк. А, ладно, побежали. Ладно. Сесть на мод... Ооо! О, так это ж... Оно... Это ж мотыки с трона. С трона, да-да. Такие в третьей части есть этот моды. Я хотел найти, но не нашел. А тут они просто в игре. Я хочу такой просто я в игре. Я разобью же. Покатать. Да не, ну. Куда ехать? Ну вот азот лучше не использовать, да. Танк! А как его использовать? Shift. Там... А, блин, мотык офигенный. Как это я на... А, у тебя нет азота, у меня есть. У меня есть. Нету. Так уж поспорить? Ну давай, используй. Ну и чё? Ты говоришь, что ничего нельзя.
Нет, я говорю, что упасть не нельзя, не то что зато ты можешь. Ааа, я думал, что. Я шкуру разрезался. Да, я тоже чуть не упал. Ай-яй, куда-куда? А то сильно наклонило и все. Че за дебилы на музыках, слушай? Они нас сбивают. Да хрен там. Класс, мне нравится. На моток. Да. А если бы моток еще и отдали, я с удовольствием. И именно моток для меня, с него нельзя упасть. Нет. С него можно упасть. Просто я уж стараюсь. Игра такая. Я уж знаешь, сколько раз пытался. Так, главное, чтобы не попали, падла. 600 метров еще фигачить. Мне кажется, мы просто по кругу ездим. Привет. Да, тоже. Ой-ой-ой-ой-ой! Мой моток! Мы посрали миссию? Офигеть! Мотоцикл удален. Как тебя удалили? Офигеть, как это? А ты где? Ты тут? После тебя. Блин, это очень нужно осторожно. А что было? Я так и не понял. Меня взорвал танк. Ну, танк, если его так можно назвать. Только мы говорим о неубиваемости, и он меня убил. Опять я задам ед, блин. В общем, вон там, где будет танк, нужно танки проезжать на шифте. Ибо это нереально. Вот, кстати, этих мудаков тоже. Ой, та-та-та-та-та-та. Черт, сейчас бы разбился. А тебя выстрелил или раздавил? Взорвал. Одним выстрелом. Блин, этот мудак стреляет на меня. Больно. Наверное. Жопа боль. Я не знаю, он не попал. Не, мотыки вообще классные такие. Реально строно стырили. Да, чё? Слушай, а чё он сам по себе разворачивается? Чё, мы по кругу ездим? Это круто. Да. О, а тут выбор. Не, ну выбор налево-направо. Какой выбор? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, о, блин, тут эти танки. Ох ты, ё. Давай, мы должны пройти по-любому. Да мы-то прошли, мы до сюда, по-моему, до... О, вот танк еще один. А вот еще один реснулся. Я его объехал так ловко. Вот это я упал! Не, все. Вот, мы доехали до того места, где нас уничтожили. Ой, по-моему, тут прыжок реально? Все, 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 да. Здесь все норм? Я проехал. Только сейчас меня что-то обратно возвращает. Ну, в смысле обратно. Совсем обратно. Ой, танк! Ой. А за мной ребятки гонятся на мотоцикле. А если я первый приеду, то засчитают тебя? Без блин, понятия. Они едут прямо на меня, слушай. На мотоцикле, это, такие, с остальными яйцами такие. Я через танк перепрыгнул. Ой, та-та, блин! Давай, давай быстрее, ай, не за мной. Два танка! Ай, ты... Блин! Чё такое? О, я приехал. Круто, круто, за танк, по мне стреляет он. Давай, 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 давай. Опять на его. Куда я еду? Твою мать. Безысходность. Ё-моё. Где мы? Ставлю выбор. Пройдешь через синюю, тебе по-прежнему не удастся спасти близких. Мига развлечена, и вскоре она умрёт. Что тебе с руками, парень? За ночь. Ну, давай, вторая дверь. Если увидишь красный, я освобожу всех людей, которых собрал. Я помилую их, даже дам корабль своего флота, чтобы они распорядились им по-своему. Однако, войдя в эту дверь, ты добровольно обретешь себя на казнь. Какой выберем? Красный, наверное, пошли в красный. А если давай ты в одну, я в другую? Да иди нафиг. Давай, я ж хост, а меня что... засчитают, наверное. А что в голубой? Типа, спасти ком... Ой, спасти... А, вот. Вызвать новые страдания. Человеческую расу и новые страдания. Даже не знаю, пошли. Эгоисты, просто два эгоисты. Да. Что это? Ваши действия. А, ну давай осмотреть компьютер. Давай. Это компьютер. И что с ним делать? Подойти к компьютеру. Я раб, иди в жопу, я крутой, я главарь святых. Иди в жопу. Блин, компьютер не идет в жопу. Я главарь святых. Я крутой.
На мониторе появится текст. К сожалению, программа не способна распознать. Мне то же самое, когда нажал я главарь. Я раб. Комната исчезает, открывая вам потрясающий вид на космос. Исследовать планету, пройтись по Луне. Я хочу пройти. Лунной звезде, давай. Луна довольно скучное место. Здесь? Давай. Вау, что это такое? Исследовать планету. Планета оказывается пустынным, конечно. Местным радиусом. Сканировать, оставить планету и пройтись по Луне, лететь по Луне. Сканировать. Вы что-то нашли. Запустить зонд. Вы нашли немного элемента Уна. Я хочу по Луне. Короче, на файл буду нажимать. Лететь к звезде. Сесть на пурпурную звезду. Комнату наполняет гудки и стук сердца. Тук-тук-тук. Погладить попугая. Прикоснуться к маятнику. Съесть сердце. Выпить вино. Это ворон! Прикоснуться к маяку. Съесть сердце. Сердце нельзя съесть. Выпить вино. Вылокав бутылку выдержанного вина, вывесите сверху. Смотри, у меня выбор. Я хочу спасти Мэтта или уничтожить Зынька. Яка. Ну давай даже спасти, не нет, чтобы уничтожить. Теплая океанская вода омывает. Я допустить не могу, но может быть я смогу помочь тебе чем-то еще. Я хочу спасти Мэтта. Не садитесь. Тихо. Тихо. Видите, что цыц. Тебя не видят, ты просто меня перебиваешь. А, ну ладно. Своим гундежом. Что оказались на маленьком необитаемом острове. Так. Сделать плот из дохлых чаек и листьев. Сделать радио из кокосов. Сделать дом из пальм. Сделать два бокала из кокосов. Давай плот. Плыть на берег. Понятно. Радио из кокосов. Казалось проще. Так, сделать дом. Да твою мать! Причем-то предложить. Из-за единственной тени на острове к вам выходит прекрасная госпожа. Клевый прикид. Чё? Мать твою рабыню. Сейчас. Я тебя жду, давай. Лестью ты ничего не добьешься. Отпусти меня, мать. Что? Госпожа раздражается. Что? А, рыданиями. Ты же заперла меня в виртуальной деревне. Извини. Сука. Что ты уже запрошел, что нужно назвать сука, потом извини. Да, я сказал же извини. Я хочу спасти Мэтта, я хочу уничтожить Мэтт. Жаль, я с ним не закончил, она вздыхает, тогда сам изменил. Кто же это? Госпожа Килбейн, если ты думаешь, что смог бы... Твою мать! Неужели это он? Хорошо, внезапно на ринге появляется Мэтт. Что вы говорите? Ну что, начнем. Короче, начнем бить и еще раз бить. Не знаю, это лучше обойдить. Ударить. И еще раз ударить. Ударить еще раз. А ты не верил? Пора уходить, Мэтт. И все, давай нажмай. Поднимай трубку. Матрица, твою мать! Фу, вот это интересно было, да. Да, реально забавная миссия. Мне не нравится просто сидеть, сложа руки. Почему мы не должны тащить Мэтта? Агент Ми-6, как они сюда Ми-6 привели? Это чё, он? Терминатор, может? Какой терминатор? А, ладно. Дрыщ какой-то, это Мэтт. А чё он голый? Японский. Вот это у него рожа. Хорошо. 3000. Маловато. Да, и ранг почти 3. Мне 16 нужен. Да, я только четвертый. Ну ладно, войти в симуляцию. О, мы можем походить. Чё тут есть? Может даже выйти. Ух ты, я вышел. Стоп, стой. Что у тебя с лицом? Нормальное лицо, чё? У тебя такая была? Ну. Корона, да. Какая-то корона, чувак. Это корона. О, подожди, то что можно поговорить. Переспать с вице-президентом. Ну давай. Что?
Я хочу что переспать, иди сюда. А, нет, стоп, я с ним. О, смотри, смотри! Ладно, пойдем. Подожди, я хочу переспать с ним. Он не согласился, блин. Пойдем. Что у нас тут? А. Еще что-то есть. А, ничего. Дзинцев. Против дзинцев. Пошли, пошли, пошли. Да подожди, я же с ним разговариваю. А, так он ничего интересного не скажет. Не, я лицепрезидент. Ты босс святых, я один клиент. Ты завоевываешь города, и я завоевал города. У нас я ничего не выйдет. Да иди ты в жопу. Так, ладно. Я только что сделал. Давай в симуляцию. А где это было? Опа. Ну как ты это сделал? Оу. Слушай, это не смешно, как ты это сделал? Чё? Так, куда нам нужно? Могу... А, вот, мне вот это. Давай в центр. А, какой центр? Врата. Так. Я хочу где? Ты куда появился? Там врата какие-то. Я не знаю, давай. Где это. Какое-то озеро. Я тут появился, да, вон тут. О, 16. Так, давай машину и на есть. Новое задание, что ли? Машина есть, машина, а ты где? Я хочу найти ту крошку, которая самая быстрая. Машина так, есть. Не круто забрать Мэтта Миллера. Ну, давайте заберем. Вот эта крошка быстрая. Ты ну, не та быстрая. Но... Вот, вот. Поехали. У меня, кстати, такая же, только немного... Ой, я копот сбил. Вот как это вылез? Как ты вылез, твою налево? Достал оружие, вылез. Подожди, стой. А, про... Ой! Еще сбил на меня! Ой, а, не, все правильно. Я думал, другой запрыгнул. Где он, Мэтт Миллер? Ох ты, ёптель-моптель, я не думал, что это... Красава, топил нас. Во, ковская тачка, она самая быстрая. Ну, не самая, но в данной ситуации быстрая. Поехали. Мэтта Миллера спасать. Слышь, слышь, офигел парень. Там обратно еще окна. Ну, обратно, ну поехали, где ты? Ну, я уже там. Чё ты там? Открыть функции портала, что это? Гардероб, гараж, о, гардероб. Твою мать, а чё нам обратно? Ну погнали, а нахрен. Поговорить с Кинзи, какого черта я хочу этого дебила спасти, а не поговорить. Это же он! Это тот орел! Ты нашел? Да, помнишь, я говорил? А, вертолетный. Да, вижу. Так. Я его уже разбил. Молодец. Хочу взять тепстый пушку, поскольку я... Не актуальные Гитлеру ходить с огнемета. Сейчас все будет. Дети, он еще стрелять умеет. Вот это по. Давай. Да чтоб тебя! Привет. Не трогай меня, не. Ладно, давай тогда протестим и этот, зайдем. Протестим, я сейчас тоже возьму туда. Давай. Очень классный этот. А самолетик. На нем так, нажимаешь F, и он будет вперед. Вниз это вверх, а вверх это вниз. Ну, переключи что? Режим. Дебил. Я уже понял, все нормально. А и смотри, мы... правую кнопку зажимаешь. Классно. О, смотри, офигеть, левую это на машине. Да. Ну, хоть не разбился. Класс, ну ладно, давай уже в эту. Классная штука, надо будет еще полетать. Но в данной ситуации она нам не нужна. Да, реалистичность. Супер, я его разбил. Было дело, я тоже разбил. В
Кто такие, блин? Чего вы тут стоите? Я к тебе, парень. Все, пошли. Твою мать! Что это на... Что за нахрен у тебя? Что? Как ты одет? Нормально я одет. Так, нам нужно... Блин, а слушай, с дурочкой это поговорить. А где она? Вот он. Вот, показывается. Блин, я упал. Тут проблема, мне кажется, я намного говорю. Слишком много. Чем как ты. Нет. Что это, что это? Чего она всем не нравится? Вау. Она ж офигенная. Ну да, трендит, правда, много, но все же. Я хочу такую хрень себе туда. В реальный. Ну, теперь. Блин, я запутался, что тебе виртуально, где реальный. Неплохой журнал, да, стой. Titanfall. Она факт показала, а. Че, на планету летим? А, нужно забрать этого дебила, я вспомнил. Воу. Оу, Titanfall. Да. Слышь, реально Titan. Нажимаешь shift, ты ускоряешься, как это. Да. А это уже напоминает этот Фьер. А почему или у меня, или у тебя не фул хп? А, уже не, нормально. Норм. А это херня еще летать умеет. Так. А, да. Ногой может. А как опуститься? Это. Контрол. Да уж он. Куда идти, блин? Не знаю, ждем. Нужно какую-то хрень открыть. Только как мы там пройдем, я не понимаю. А можно прыгнуть вниз? Да, надо прыгнуть вниз. Нет. Ну, вверх, да. Надо вверх. Вниз, блин, чуть не упал. Я так, ну мы тут. А, еще выше надо. Так, ждем пока это. Нормально, нормально. А, эта хрень тут заканчивается. Дебил, блин. Белое это, я же говорю, да. Ждать надо, нормально. Долечу, отойди. Так, куда дальше? Грубая сила работает. Я тобой проломал. О, нет, нет, нет. Какая охрана. Вон, внизу. Дай я с ними поговорю. Куку, ёпта! Что у нас, ну чё у нас? А, слушай, оружие, да, оружия другого нет. Нет. Может, пока нет. Ну, тут такого, ну, удар плечом. Блин. Чё нафиг? А что нужно делать? Пройти вот сюда? Же, кто это нас так валит? Какая разница? Мне нам нужно проходить просто через противника. Привет. Нам сюда нужно дойти. Ну пошли. Да. Так, контрольную точку мы достигли. Куда дальше? О, мины, мины! Блин, тут роботы, это... Давай! Улетаем отсюда. Да валим же. Давай, наш подолетел. Угу. Проникнуть в тюрьму. Окей. Куда ты пошел? А что, не туда пошел? Нет, нам нужно так же лететь. А-а-а, блин. Держись, мать его. Слышь, это падла нас несколько раз предал, а ой, мы его спасаем. А зачем мы его спасаем, кстати? Вот, смотри, вылилось, и значит он тут был. Значит, мы уже близко. Ну, он тут сидел, походу. Он там, наверное, прифигеет, когда нас увидит. Как дела? Так, вот, это нельзя проломать. Ой, это нельзя. Миллер. Ты вовремя. А где он? Вот он. Где? Вот. Ты что делаешь, идиот? Сбежать из тюрьмы. Вообще никто. А вот там?
по себе или как? Что? Он сам по себе или как? Да, вон он бежит. У него оружие есть. Это ты сделал? Поэтому, да, я. Так. Чё у нас? О, ХП. Защитить мы это, блин. Зря я ХП взял. А это что, оружие? Слушай, чё оно не пробивается? Ну да. Смотри, пройденное расстояние силовой брони, значит, тут будет очень много таких вот заданий. Привет. В смысле? Ну, тут написано было, пройдено миль в силовой броне. 4. Значит, тут будем мы много ходить. Посмотри, я не понимаю, это ХП или оружие все же можешь подобрать? ХП. Мэтт, ты что делаешь, дубина? Ну ладно, давай, иди сюда, будем защищать. Да я взлетаю. А надо летать тут. На спавник убиваю. Стоп, а ты ж... Да, ну ладно. Просто их спавны, я их убил. И... А то, блин, я там нужно спасать, на него напали. На. А что он делает? Он что-то ищет там, да, наверное. Давай, ты левую сторону, а я правую. Окей. Убей. Пришельца. Пришельца, блин. Убей. А, все, молодец. Иди ко мне, я их подставлю. О, все. Ты куда лезешь? Не ломай, не ломай. Мудила сейчас же сломает. О, он нам пушку дал. Он нам пушки сделал, вот чем. Прицел правая кнопка. Да, вижу. Тебя пропихнуть? А, нет. Так. Вот так вот. Так, я правую, ты левую. Офигеть, еще одну один оружие. Я левую? Ты левую. Окей. Вот роботы, вот эти терминаторы, блин. Не слишком живуч. Стоп, вообще не смогу ударить сейчас. F. Да я уже понял. Так я левел хочу. 5-й. Поздравляю тебя. Спасибо. Чё это? А это ты? Это кто? Это ты. Защитить Мэтта. А где этот дебилоид? Ой-ой-ой. Не, он недалеко, нормально. Ну просто его... Ой-ой-ой! О, чё, куда я упал? Всё, ну. Так, этот Мэтт... Где? Вот он. А вот. Ты чё сюда залез? Ты ж он дохлый какой-то. Мэтти. В смысле дохлый? Ну посмотри, как он стоит. Чувак, иди помогай. Тут проблемы. Я многие стрелил. Ох, ни хрена себе! Вот здесь надо сделать вот этот удар было. Блин. Это нормально. Две ракеты, они упали. Как ты ракеты сделал? Ну, кью-то. А, блин, кью. Что за... Ой, что за хрень летающий? Я не знал. Уже не летающий. Все, я занял позицию. Миллер. Что он сказал? Эта херня упала на меня. На. Так. Чё ещё? Хре, а? Ну, тут... Вон, сзади. Я выстрелить не могу, все выстрелить. Вот, смотри, к нему. Давай, я вот этих вот. Вот. Уже одна миля пройдена. Чё такие быстрые? Стойте! Костов! Классно, их начинают это контузить, они на пол прыгают. Слышь, мы это... Валер. Валер, он ХП. Левая кнопка, ну это понятно, я знаю. А чё меня закоротило, слушай? Ой-ой-ой! А, это за нами, блин, я уже думал. Дебил! Кстати, его не так уж и тяжело уничтожить.
И такой об землю. Хочу его голову держать. Ты знаешь, было бы эпично, если бы нам в спину выстрелили и сломали эту хрень. Не, я думаю, мы еще очень много видим. О, боже, опять наркоман. Блин. А ты где, слева где-то? Да, слева. Да. Да, вон ты. Ну тогда я правую сторону. Окей. Ай, не делай так. Не надо там летать. Понятно. Тебе помогаю. А тут, короче, нужно они, ну, когда как. Что приходится помогать. Не летай там, меня это раздражает. Блин, мне привычка с батлы, я нажимаю Q, чтобы победить. А я тоже Q нажимаю. Блин. Ух ты, большой. Слушай, это оружие будто бесконечное. Ага, так перегревается. Да не, я же говорю, оно почти не перегревается. Он разбился в своего. Долго его будем, слушай. А у него защита. Какой сбить? Может, не надо стрелять? Он сам упадет. Ой, а я начинаю пробивать. У него, по-моему, защита. Киньте, где корабль. Я точно не знаю. Следим по локам. Значит, это за скриптом наше, его нельзя сначала убить. Сейчас убьем. Ух ты, это что? Вон он. Не, где? Это херня какая-то. Так. Где же это говно? Что это было? Вот. Какой-то звук странный. Уничтожение. Вообще бессмысленно стрелять. Ну да. Эй, я не могу туда попасть. Все, он улетел. А я попал в него. Смотри, да. Мы чуть-чуть потеряли хп. Да фигня это. Ты что делаешь? Просто. Псих. О, что, вся, да? А дверь открываем. Е, может... О! Отсюда. Ой. Что он делает? Звезда смерти. Стреляй, стреляй. Приготовьтесь. Стреляйте по панели слева. А справа? Ёптель, моптель. Сейчас, а если вот это в нас прилетело, прикинь? А не, кажется, она просто от крипты и у нас никак не полетело. Ну, ясное дело, я просто, типа, на будущее. Будущее, как вариант был бы. Мэтт, блин, такой, блин, бедоватый. Да-да-да, какая прическа. Зачем Зиньяку самолет? Это этот. Четвертый эшелон. Зачем мы себе глаза красим? А он же, знаешь, что такие ходят, голубые они такие, педики. Ну. Он же к ним вступил, они ж педики. Я ж тебе говорю, они педики, он к ним вступил в братство, вот голубой цвет. Да. Мы его ударим? Мы должны вернуть моего лучшего друга. Ага, лучшего друга. Так эпично просто, Гитлер в такой позе заявит просто. Путь скри. Член команды Мэтт Миллер. Агент Ми-6. Теперь можно этому придурку звонить. Я почти 6 левел. Да. Давай быстрее, а. Ну или на ожидании. Секунду. Доспамил. Так. Чё? Ну тут мы уже, короче, ходили, поэтому бессмысленно пошли туда сразу. Вряд ли. Так, а стоп, что нам делать? Давай, а вот вдруг нас сейчас сюда вернут. Найти источник. А ты где? Тут-то. Все, меня вернуло в эту хрень. Стоп, а то же именно в реальности? Какой реальности? Виртуальный. Не в настоящий же. Шесть этих, хочу шесть. Твою мать, кто это? Вы красавчик. Дзиньяк разозлился на Мэтта. Ага, а чем возле меня появился? Люлей мы получать должны. Ага, я. Возле меня появился, не возле. Конечно, возле тебя он появился. У меня есть одна штука для этой штуки. Стоп. Прыгай. Парень, ты где? А, вот ты. А чё я летаю? Где он? Что за дела? Вон. Так, сейчас. Сейчас и будет, чё-то. Ни хрена себе! Чувак, ты что, мудак? О, давай, ну вообще немного.
Блин, я еще пнул его напоследок. Ну, ну. Ах ты ублюдок. Прыгай. Ай. Чтоб тебе. Все, он труп. Полетели. Давай для эпичности добавлю. Ха-ха, да. И сейчас такой фиолетовый и огонь это. Ты сейчас мне пердак подпалишь. Ай, блин! Он что хочет сказать? Топот открыт. Что это за топот? И как его использовать? Понятно, сейчас объяснят. F3. Привет. Ух, я слаб. Давай одновременно. Давай. Сейчас я снова. Раз, два, три. Давай сзади них станем. Так. А, давай, я тут, а ты там. Еще давай, раз, два, три. В разные стороны. Класс. О, давай в центре прям. Стой, давай вот так станем. Все, жми. Тихо, раз. Твою мать! Так, что, растопчите? А, ну да, нужно растоптать. А где она? Вот как это... Вот как эту... Вот теперь его легче будет валить, реально. Я просто буду сейчас вот так сбивать. Есть чем покидаться в него? Да ты достал, блин! И ты тоже. Ух ты, его в мясо просто это. А нет, Гитлер горит! Да, какая ирония, да? Гитлер горит. О, посмотри, 4К, халявный тоже. 14-й! Ха-ха! Топот! Вот теперь элемент топота, тряска. Ну это хрень, я не хочу тряской пользоваться. Да, мне больше нравится этот. Телекинез. Да, вот. Че он? Ай, блин, опять я себя подпалил! Мне бесит. Черт! Чуть-чуть не рассчитал. Что тут делать? Не, не хочу 7 минут, если бронза, то это долго, наверное. А что это? Да ну, за дополнительное задание вообще выполнить не айс. Оу. Так, серия и так уже затянулась, и думаю, на этом можно будет ее закончить. На вот этом. На вот этом вот полете моем вот так вот. Меня бросил! Да-да. Так что. Подписывайтесь, ставьте лайки. Да! Я помнишь, я говорил, какую я хочу способность? Вот. Я все-таки ее получил. Так что. Твою мать! С вами были Ноксвелл и Неллин, который меня постоянно жарит. А я, блин, да. Телка жарит. Да, да, да. И. До новых встреч, друзья. До свидания.